Я так много слышал хорошего о вашем модельном агентстве. Серьезно? У вас одни положительные отзывы. А, ну я стараюсь писать их каждый день. Что? О, говорю, это реальные отзывы наших настоящих невыдуманных клиентов. Чудненько. Значит, такие профессионалы, как вы, с легкостью справятся с рекламой моих товаров. Конечно, мои модели. Если, конечно, они вообще знают, что означает слово профессионал. Вай, Сирик, дорогой, узнай, что такое профессионал. Ваш чай, Борис Борисович. У тебя не ноги, а улитки. Пока чай несла, он уже плесенью покрылся. Это зеленый чай. Я не просил зеленый, я хочу черный. Ваш черный чай. С лимоном. Теперь да. Не люблю с лимоном. Хотя знаешь, я передумал. Хочу кофе. Сейчас сделаю. Уверен, что я с вашими моделями обязательно найду общий язык. Не то, что с этой бестолковой секретаршей сразу не может принести то, что я прошу. Вот ваш кофе. Уж ваши талантливые модели справятся с работой быстро и качественно. Разумеется. Осталось только таких найти. Ваша звезда тут. Это что за ископаемая? Я думала, она с вами. Я что, похож на археолога? Эй, я, между прочим, знаменитая и очень популярная модель. Была во времена пещерных людей. Ах ты, жучара пухлый! Тапком тебе по лбу! Светочка! Слушаю, Борис Борисович. Быстро избавьтесь от этой плесени! Давай, подходи! Встречу с любовью! У нас здесь скоро съемка начнется. Я в курсе. И нам надо, чтобы все посторонние покинули съемочную площадку. Так заканчивай языком молоть и уматывай. Я вообще-то вас имела в виду. А я не посторонняя, я своя. Свояла для похоронного бюро. А оно дальше по улице. Ага. Ого! Неужели там рассаду по скидке раздают? Где? Ой! Разойдись, охламоны! Редиска будет моей! Пойду за ней дверь закрою на замок. А еще лучше досками заколоти, чтоб уж наверняка. О, наши модели прибыли. Вы, наверное, оговорились. Модель здесь только одна. Второе, это какое-то недоразумение. Как самокритично. Цапля кривонога, ты это на что намекаешь? Слышь, шпала намалеванная, ты ничего не попутал? Мне сказали, что вы профи. Да. Модный Google. Что такое профи? Для рекламного ролика вам надо будет просто красиво и грациозно пройти по беговой дорожке. Ничего сложного. Да без проблем. Грация — это мое второе имя. А я думал, твое второе имя Ипполит. Вот так.
вот так, а вот так. Поняли? Будем считать, что да. По местам! Я первый! Нет, я! Ты первый, только с конца! Сразу после тебя! Ага! При святой Гуччи мы упали! Не устоял, место в рекламе потерял! Прямо как я! А можно так не вилять, а то меня укачивает. Вы что? Я победитель конкурса. Виляй и сияй. А в жюри кто был? Слепые кроты или незрячие кроты? Ладно, если с юмором у тебя плохо, может, походкой будет лучше. Следующий. Лучше не будет. Следующий. Подождите, подождите, я еще много чего могу. Танцевать, петь, красиво позировать. А вы можете отсюда красиво уйти? Это нужно для рекламы? Это очень нужно. Для всех. Снимайте, это лучший мой уход. Ну что, бездарность ушла? Звезда готова работать! Я чур обедать. Фоткайте! Фоткайте меня! Где фотограф? Почему звезду никто не снимает? Это значит, вас снимают. А если вы не видите камеру, то это значит, что вы слепая модель. Спасибо, мудрая черепаха. Теперь можешь дать нам наш золотой ключик и свалить отсюда. Гранни, я don't understand бастарческий язык. Если у тебя understand, то это надо уже в поликлинику. У меня даже бахилы есть. Пару раз надевала. А вас случайно никто не ищет? Там люди в белых халатах. Как вы сюда попали? На лифте. Только уж больно узкий он у вас. У нас нет лифта. Это дымоход. Ну, дыма я там не видела. А ход, конечно, был трудноват. О май гадабл! Так вы что, Дед Мороз? Слухай, ты чё, слепая? Я не Дед Мороз. А, yes, вы very страшный Дед Мороз. Дед Мороз, а олени ваши где? И подарки. Где олени, не знаю. А вот две козы, я смотрю, в подарок хотят получить бьюти-пендель. <с
надеюсь, поумнее предыдущих моделей. Значит так, полный фреш. Вам нужно будет просто улыбаться в камеру. Этот аромат делает меня самой красивой, а не тебя. Эй! Ладно, хуже уж точно не будет. Разойдись! Звезда спасет ситуацию. Это пульт от умного дома. Знаешь, что это? И как пользоваться? Я что, деревня какая-то? Приходите, это звезду сейчас тошнит. А меня в два раза больше тошнит. Я не понял, среди стада овец не нашлось одной модели? Зачем вы искали модели среди овец? Ведь у вас есть лучшие модели. Ну не надо так расстраиваться. Не так уж все и плохо. Сейчас пойдем к Арсенчику, попросим сделать нам шашлычок. У медсестры будешь в больнице утку просить.